Привет всем, и мы говорим о том, как изменить свою жизнь. Все начинается с мышления. Мы должны знать секрет, что именно наше мышление, наши мысли, они являются той причиной происходящих событий в нашей жизни. То, как мы живем сейчас, это следствие того, как мы думали раньше. То, что мы имеем сейчас, это следствие того, как мы думали годы назад. Для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно изменить свое мышление. Нужно изменить образ мышления. Нужно конкретизировать свое мышление в каждой сфере. И ни в коем случае не допускать никакого негатива. Негатив, он буквально сам стучится в нашу голову. Потому что мы очень часто наполнены страхами. Страх — это мощнейшее орудие врага. И вы должны знать, что страх — это обратная сторона веры. И когда человек наполнен страхом, он буквально верит в то, что произойдет что-то плохое. И когда человек в это верит, вы должны знать, когда человек боится, он находится в пророческом состоянии. И как есть поговорка, чего боится человек, то его и постигнет. Поэтому, как только к вам приходит страх, как только к вам приходит этот негатив, что нужно делать? Нужно заменить эту мысль с негативной на позитивную. Нужно представить совсем другую картину. То, что вы видите своими глазами, то, что вас окружает, это реальность, это всего лишь декорации. И эти декорации, они могут измениться в одно мгновение, если вы знаете тайну этого секрета, тайну этого мышления, тайну этой замены. То есть замена, буквально. Что это такое? Это когда вы взяли негативную мысль, и вы ее просто удалили из своего разума, и на ее место поставили мысль, поселили мысль о том, что у вас все будет хорошо. Не просто хорошо, но вы должны увидеть конкретную картину, как вы хотели бы, чтобы эта ситуация развернулась? Как бы вы хотели, чтобы сложилась ваша жизнь? Как бы вы хотели, чтобы к вам пришло процветание? Каким бы вы хотели себя видеть? И это настолько конкретно, друзья. Оно должно быть конкретно, ясно и четко. И когда вы начинаете представлять вместо негатива позитив, эта негативная мысль, она начнет слабеть, а позитивная мысль, она начнет набирать силу. И когда вы ее будете повторять, буквально прокручивать эту картину в своей голове, в это трудно поверить, но я вам скажу правду. Все в точности, как вы видите, произойдет идентично, до мелочей. Я неоднократно это видел в своей жизни, когда я видел определенную картину, и она была невозможной. Это было несбыточным, это было невозможным, и это было настолько невозможным, что мне казалось, такого не бывает. Но я поверил в это, и я представлял эту картину. И потом в один день происходило что-то невероятное. Случалось именно то, что я представлял. И оно происходило во всех деталях и во всех мелочах, которые я видел. Буквально до каждой йоты. Поэтому вы должны знать, что вы можете сегодня управлять событиями в своей жизни. Вы можете влиять на предстоящие события. Вы можете увидеть глобальный рост в своей финансовой сфере. Вы можете увидеть огромнейшие перемены и избыточное здоровье в своем теле. Все можно изменить. Но изменить это можно только посредством вашего обновленного мышления. И мне хочется каждому из вас пожелать, пусть у вас все получится, пусть в вашу жизнь приходят только хорошие обстоятельства. И всегда пусть все оборачивается вам во благо и приносит вам победу. В следующей передаче мы продолжим говорить на эту тему. Спасибо вам.